Statoil полностью выходит из проекта разработки газового месторождения шахты НИС на шельфе Азербайджана в Каспийском море. Норвежская нефтегазовая компания заявила, что продает свои 15,5% акций за 2 миллиарда долларов с четвертью малазийской Петронас. Ранее Statoil уже уступила свои 10% акций в шахты НИСе и южнокавказском трубопроводе партнерам по проекту британской BP и азербайджанской государственной компании «Сакар». Норвежцы заявляют, что Азербайджан остается приоритетным направлением в их политике, но сделка позволит Statoil оптимизировать финансовую гибкость.